Эти кадры, снятые на мобильный телефон, нам принес житель улицы Воровского Федор Костромин. Он рассказал нам, что после коммунальной аварии, которая произошла 4 декабря, дорога здесь оказалась скована льдом. Как объяснили в байкальских коммунальных системах, трубу прорвало по улице Ермаковского. В короткий срок на место аварии прибыла аварийная бригада и устранила повреждения. В связи с низкой температурой воздуха образовалась тонкая корка льда. Сотрудниками байкальских коммунальных систем совместно с комбинатом по благоустройству была произведена посыпка дороги песчаной смесью. На данный момент производится сколка льда. В БКС утверждают, что уборка льда ведется по вечерам. Однако сделанного почему-то до сих пор не видно. А в городском комбинате по благоустройству рассказали, что с момента аварии на трассу несколько раз в день выходит специальная машина, посыпающая лед песком. Но одна лишь подсыпка проблему решить не может. Да и исправлять ошибки должен тот, кто их совершил. По правилам благоустройства города Улан-Удэ, последствия аварии, произошедшие в пределах города, устраняет собственник. В данный момент сетей этих. Собственно, байкальские коммунальные системы. То есть скалы льда, уборка за ними. Когда БКС устранит последствия аварии, пока неизвестно. Сегодня уже шестой день, дорога скована льдом. Сегодня второй раз еду по этой дороге, второй раз подняться не могу. Проблема в том, что не посыпали сегодня вообще. На работу сюда приезжаю, я вообще, получается, оттуда спускаюсь и до конца, потому что невозможно мне тормозить, ничего. Софья Евдокимова, Илья Зиновьев, Сергей Петров. Новости дня.